4 года за ревность, которая довела до преступления, получил сегодня житель Актобе. Ревнивый муж отправился в тюрьму за то, что исполосовал ножом лицо бывшей супруги. Мужчина пришел в бар, где работала жена, и там же на нее напал. Сначала избил, а затем изрезал. Женщине несколько часов накладывали швы, раны остались до сих пор. Все произошло в марте, и, как выяснилось, именно на фоне ревности. Бывший муж не мог простить жене развода. Прокуратура требовала для Сакена Бекенова 6 лет, но сама потерпевшая неожиданно простила супруга и даже просила оставить его на свободе. Правда, с условием, что больше он не будет приближаться к ней. Однако в суде в этом усомнились. К тому же были серьезные отягчающие обстоятельства. В момент преступления 38-летний мужчина был пьян. Суд пришел к выводу, что Бекенов представляет опасность для общества, его необходимо изолировать и назначить реальное лишение свободы. В ходе рассмотрения дела потерпевшая отказалась от иска о возмещении вреда.